Мої хороші, мої ріднесенькі, мої любі. Приїхав, я вдома. Вернувся в 3 часа ночі сьогодні. На таксі приїхав поїзд. Господи. Мій хороший, я б там це задушив би його радість. В общем, поїзд Краков-Львов. Приїхали вчора во Львов. В 7 утра, а в 9.20 сели на поезд, вот это в 3 часа ночи прителепався, в 10 утра был в театре на танцах. В общем, все, вот такой здоровенный кабан став. Что ты кричишь? Ой, боже, какая ненависть. Ты хоть покажись людям. Ой, боже, отвык. Вот так вот бросать животного. Отвык. Все, не признає, все. Це він так балака. Що ще скажеш? Не хоче, не хоче. Ну іди, іди, не хочеш. Красивий, здоровий котя. Бо там їда. Остила їда, йому сварила овсянку. Зараз покажу. А, звісно, жрати зразу. От це я його кормлю. Овсяночка з м'ясом, з філе, перемішку. А, що ти прийшов? Істинки? Ні. Істинки, ти любиш. Чи вже не хочеш таке? Господи. Тобі не вгадиш. Конечно, тобі поприсилали там сладості. Ще скоро буду обзори. Прийшло 3 посилки, мої хороші. Зробили посилки. Все це саме. Котяра здоровий. В общем, маска дуже не схудала. Стала худа, в 2 рази стала менше. Как дистрофік, вообще. Верно, скоро їй вже. Как не печально, ну що делать. Уже їй 6 лет було. Это вот 7-й год їй пішов уже. Да, зайчик. Ой, красавчик такий. Серйозний став такий. Такий серйозний. Не було мене місяць, да, скажи. Не було, я тебе не прощу, скажи, ніколи, що ти уїхав із дому. Тебе тут откормили без мене, да? Жирнючий став, здоровий. Ну успокойся, ну чого ти? Ну чого ти? Ну успокойся, я вдома вже. Да, скажи, їдь чи без тебе лучше було, скажи. Ну так, мої хороші, мої любимі. В общем, фу, слава Богу, дома, потому что устал, как собака, как сволочь, просто. Морда стала харей, потолстел в этой Польше, отожрался этих краковских колбасок, нажался. Фу, сейчас, сейчас. Давай, подари двери последние. Ага. Ты такой противный, в кого? Ну, ты так еще можешь сейчас вот поцарапать, оно злючит. Успокойся, ну то у вас. Стой, стой, кажу. Стой. Дай мені глаз тобі витерти. Господи, кому ти треба? Жених. Мерюйся, мерюйська. Поки ж ти ще котик, поки ще мечтає, Маруська. Як тільки почнеш обсикати угли, так Маруську забудеш. Іди отсюда. Все. Іди Масеньку поживи лучше. Ще Маська ходючо встала. Я говорю, отожрався в этом Кракові, чи в этом Польщі. Наївся, пошли, вот это ж концерт у нас один отлетел там в Каракове, и мы пошли, нажались, короче, в кафе. Ну и что, с дуру, голодный целый день лазил, я набрал, в общем, целую тарелку такую, взял, это самое, туда наложил. Я такую колбасу краковскую, такую, ну, тоненькую, мне не понравилось, если честно. Потому что попадались какие-то вот эти косточки. Что это за колбаса, из чего она сделана? Если там кости вот такие. Потом взял этот бегос. Оно все такое кислое, соленое. Как раз то, что мне нельзя. Потому что и копченое, и жареное, и кислое, и острое. У меня то печень, то язва. То одна язва залечилась, другая открылась. В общем, нажался этого бегоса. Потом сало еще жареное взял. Ну, ума не хватало. В общем, картошку жареную. Как я наелся, у меня до сих пор по центру живота. Вот я так трогаю, что-то там у меня как... Что-то чувствуется. Там видно, оно что-то застряло. Вот такое. Так что до сих пор краковские колбасы вылазят. Отожрался, морда здорова, в общем. Так, сейчас я кое-что скажу, а потом это самое. А потом продолжим. Сейчас я нажму паузу, подождите, Маруся. Мы тут в трусах. Так, в общем. Так, ну что, не хочешь садиться, иди. Иди, иди бессовестно, иди. Только жрать любишь. Угу. Уже тяжелый, 3 кг. Ну что это за кабан? Я набрал 2 кг в этом, в Польше. Та где 2, наверное, больше. 4 кг. Так, до меня обратилась, в общем, Елена Никитина. Елена, ой, господи, Елена Никитина, это друга. В Москве Еленочка Никитина, это друга. Это, а то Елена Ильина.
Мать четверых детей, представьте. Ну как вот я могу отказать или там не это самое, не сказать. Вот у нее там Оля Волощук, Нижневартовский, это я так понял, сестра ее, и просит передать ей привет, у нее ждут второго ребенка. И проблемы там какие-то со здоровьем. Что... Я считаю, что все будет хорошо, что не надо даже никогда, чтоб ни было, в любом случае надо всегда, ну я так делаю. Я сейчас, раньше тоже что-то там просил, что-то у Бога, а сейчас я уже так, я всегда, если что-то такое, я говорю, как, вот как надо, так пусть будет. Все. И все, и обычно все хорошо. Поэтому я вам тоже советую, что ничего не надо думать плохого вообще. Вот как Богу угодно, так пусть будет. Все. А Богу всегда угодно хорошо. Богу не угодно, чтобы было плохо. Поэтому доверяйте вот это всю судьбу свою на волю Божью. Не чавкай. Наївся, облизуєшся. В общем, так что я передаю вам привет, и что я думаю, что все будет, все обойдется. Жду от вас ответа потом, что я думаю, что все будет хорошо. Еще хочу поздравить, вот Оксана Кривко написала. Отец Юрий Кривко, у него 6 числа было 52 года. Привет, в общем, поздравления мои. Ну, единственное, что петь не могу сейчас, потому что голос уставший. В общем, такое. Так что я поздравляю отца вашего. И смотрите, они написали, что с сестрой смотрят, цитируют мои эти самые слова. Ой, кошмар. Ой, если честно, я уже не привык. Я уже отвык так и видео снимать, и все на свете. И мне как-то страшно и стыдно тоже. В общем, многие спрашивают опять у меня за тот канал, как я его раскрою. Прочитал все комментарии, все, открыл сразу ночью YouTube первым делом YouTube. Это. Открыл YouTube, почитал комментарии, много комментариев безумно, все перечитал, там пишут, что в такой квартире или запить надо, или смеяться. Ну, шутят, конечно, ну, естественно, что лучше смеяться с такой квартиры. Мои хорошие, что делать? Если я вам покажу сейчас свою квартиру, впадет, а я не хочу. Так что, опять спрашивают, да тот канал, как я его... Да никак я его не раскручу. Что я там раскрутил? Вот так беру и раскручу, как вот эту тряпку. Вот так вот. Ну что вам сказать? Не раскручу я ничего. Раскрутить, ну, если интересно, как, я могу вам показать там YouTube, как это регистрироваться, как там партнерская программа, сколько я зарабатываю. Спрашивают, как ты зарабатываешь, сколько ты зарабатываешь. Все покажу, если это так важно. Ну, уже я говорил о том, что зарабатывают, как зарабатывает видеоблогер, от чего идет заработок. Уже это есть. Как эти под... Я ничего не накручивал. Спрашивают, ты накручивал количество, почему там где-то сколько-то тысяч просмотров, где-то 2, где-то 12. Но я ничего, откуда я знаю? Как люди смотрят, как, что, кому нравится. Я в этом не понимаю. Я ничего не накручивал, никакие там себе счетчики я не устанавливал, ничего на свете. Меня только на газ счетчик поставил. И все. Не буду показывать, ладно. Ладно, покажу. Ой, мої хороші. У мене нема. Читай калека. Ой, не пугайтесь, тільки. О, щучик нагасний. Поставили теж, наварили таке, чорті що, на пол стіни. Що це таке? Ось це тут. Як мені тепер це безобразие убрати? Так, все. Іду покажу, що у мене в сумці, що я привіз це саме. Вон як давиться. Покажу, іду, що в сумці привіз з цього. Так. Польщі. Так, ну тут уже кое-що витягнули. Не дождались зйомок. Так, це мої вещи грязні. Ой. Це та перша футболка AliExpress. Спрашують тут відео. Моє перше відео. Ось ця футболка, що я заказав з сайту AliExpress. Є перше відео футболка. То не для слабонервних, звісно. Ось це купляв тут. Це полотенце припер в одній гостиниці. Лишнє було, я забрав собі. Для Томаса піде. Так, це теж. Так, труси це ви на мені бачили. Футболки. Це, що тут? Це дезодорант. Господи, що тут у мене? Кишки повилазили. Пакет. Марципан. Труси в перемішку з марципанами. Куртка. Так. І цей прибіг. Вон Масенька сидить, гляньте, яка манесенька стала. Хто її помне? Масенька, моя любима, моя люба, моя хороша. Худенька. Один хребет тут. А все у нее есть, и еда есть, там и сено есть, и все чистенько.
Один хребет. Ходюча. В больницю носили і сказали, що розвели руками і все, сказали старості. Моя ти любима, моя ти лапонька, живи, скільки тобі Бог боженько одвів. Ти падаль така. О. А, кстати, от цвіти розрослись. Это цвіти, оті, що прийшла посилка, я діла в обзори з Америки. Это саме. От это от цвіти отак от виросли. Оно падлюка його не жре. По чуть-чуть, іноді, отак от зверху. Зжирає, оно виростає, опять такі колосяться цвіти. Так що. Це каланхоя моя. Це вже взагалі чума побила. Так, все, показую далі. Так, це штани з Аліекспреса. Теж у мене є посилка, де я міряю ці штани. Так, це труси. З марципаном. І ще два марципана отакі. В общем, що я понагрібав? Так, от іще марципан. Так, кружка моя. Кофе отакого понагрібав. А може подарю кому-то. Отаке кофе, отаке. І таке. Так, що тут іще? Рубашка. Це чехол. Це отаке кофе ще. Макате. Чи макате, чи що це якийсь приват кафе. Африкан блю. Що голубий сонце. Так, отаке марципан ще один. А, ой, зараз покажу. Це така кастрюля, я з неї їв. Зараз відкручу її. Покажу, що там в кастрюльці. Ой, це тільки... Це труси. Ой, мої хороші, я не буду це сам. То я замотав, щоб роги не поламались у оленя. А не чисті труси. Ну як, я все одно буду все перестирувати. Ой, зараз покажу. Якщо чесно, стильно. Только я мог так. А тут и такой олень. С этого, с Елени Гури. Так, иди от моих трусов. Вот такой олень с Елени Гури приехав. Бачите, Еленя Гури это оленья гора. Вот такой красивый на таком пьедестале. Так, такой олень. Так, что тут еще? Вот такой магнитик приехал зі мной. Так. Это мыло стирав там. Так, труси Кельвін Кляйн. Далі, отакий на п'єдесталі приїхав зі мною дракон із Кракова. Так, це карти, це тут це саме, це якісь тут. А, шоколадки. Ой, це стон, це печень, чи почек. Шоколадка, тут що я спер от эту щотку, чай якийсь тут. Чим кишки повилазили з тої сумки. А, от это что-то я привез такое, я никогда не пробовал такое что-то цитрусовое. Я хочу такое приготовить, поесть. Вот оно. Вот такая скорки, какие-то шкурки. Так, это гречка осталась, не доїду. Ну, в общем, и все. Вот такой магнит из Львова. Я купляю во Львове. Так. Ну и все, по-моему. Вот еще шоколадки. В общем, мои хорошие, мои любимые, я вернулся, буду делать видео, вот такая сова. Буду делать видео, такие крема, а вот это купил, это витамины, чи что оно такое? Мультивитамины, это я пил, когда немножко приболел. Так, все, вот такое молочко для снятия грима, еще не получилось. Все, мои хорошие, это, ну там еще кое-что я привез, я уже не помню, что. Что-то повыкладывал уже. А где же мои макароны? Сейчас. Сейчас я вам покажу. Сидите. Бига, хозяин подоконника. Вот такие макароны купил. За десятку злотых. Фаршировать буду. Да, и цей тут, как тут. Давай, разбирай. Так, вот такой чай купил, зеленую хербату. Хербата это чай по-польски. Вот такая зеленая, с гранатом, там, чем-то. Оце ви бачили, от ця паперделла, ота паста, я вже показував її. Так, це ще одна. Оце таке теж, що то вітаміни якісь купив, таблетки. І що тут ще? Ага, і от ще одна така, це ви теж бачили. Так що, мої хороші, оце таке. Оце таке я притягнув з Польщі, багато невість. Там ще бутилка вина на подарок. В общем, все, мои хорошие, вас люблю, обнимаю, целую.
В общем, дуже-дуже скучав, звісно, дуже тяжело в поїздці. Безумно тяжело було. Безумно тяжело, уже я думаю, так от. Я вже думав, що все, як я доїду, як це я буду, скільки їхати, скільки всього, ну доїхав, все нормально. Спасибо всім, хто смотрел відео моє, хто зі мною оставався, що всі писали, всі, чому-то странно, всі писали, давай ми за тобою соскучились, їдь домой. Не, ну я відео вроді викладував, кожен день ще по несколько штук. Поэтому, ну от последний только там день или сколько я не мог выложить, потому что поездка. У меня там есть и с Кракова видео, там меня смерть по жопе ударила. Ну, там одетый мужик в смерти взял меня палкой по жопе. Ну ладно, это не важно. Это лошади красивые там в Кракове я поснимал. Потом еще записали видео одно, я видео вам покажу. Мы записали, ну такая шутка наша коллектива. Мы собрали, записали пародию на поющие трусы. Ну не пародию, а такая, записали песню одну из поющих трусов. В военной форме вам покажу. И обработаю тоже, все сделаю. Так что вот и так. Все, спасибо всем огромное. Всем-всем. Хто смотрел, хто не смотрел, хто буде зараз продовжувати дивитися, хто далі буде, хто, ну, ну, ме-ме, отаке ме-ме, отаке му-му. Все, мої хороші, всім привіт, всіх люблю, всіх обнімаю, всім здоров'я, всім міра, щоб все було добре, вернувся в Україну, дуже довольний, що вернувся в Україну, я дуже люблю свою страну, всім желаю любить свои, любите свои страны, надо, нельзя переводерять. Вот ехала тетка в поезде и рассказывала, что мужик уехал в Италию, живет, и оттуда, говорит, обливает грязью Украину. Ну что ты обливаешь свою страну? Ну что ты ее не любишь? Родился на ней, тебе жизнь дала эта земля, и ты это самое. Я не знаю, у меня слезы на глазах сразу. Я патриот, я люблю свою страну, ну что это плохо? Так что все, мои хорошие, любить свои страны, самое лучшее. Там, где живете, эту страну надо любить и уважать. Все. Потому что живешь на этой земле, будь добр. А это луна ты. Песня была. Все, мои хорошие, мои любимые, я вас люблю, я вас целую, я вас обнимаю. И берите друг другу голову. Все, все будет хорошо у всех. Все. Мы один народ, одна нация, одна страна, одно небо у всех, одна земля, одна планета. Все, мы не имеем права ее не разрушать, не это самое. Все, я вас обнимаю и целую, мои хорошие, мои любимые. Так, все, этот пауз. Ой, не может быть. Слепый.